потекла вода. Позвонили 115-й. Будут. Пришли после обеда. Где-то в 3 часа, да, было света, они приехали. А позвонили мы до обеда. Пришли в 3 часа, посмотрели все там, походили, посмотрели все. А на следующее утро мастер пришел. И что сказали? Они посмотрели, сказали, надо менять трубу. Но пока морозы, мы через 2 дня придем и поменяем. И я говорю, течь не будет? Хоть сказал, нет, не будет. Мы все устранили. Ну, пока до этого сделали. А он сказал, откуда это течет? Там труба крыша? Какая-то поломалась на крыше. На 10 этаже труба сломалась. Слиневки. Мы на 115 позвонили. Что они сказали? Все, заявка ваша принята. Прошло 2 часа, я опять звоню. То что это за заявка? Есть же, наверное, эти службы аварийные. Коммунальные плоти, техобслуживание, как ремонт плоти. Это не то, что где-то на площадке, где-то за топ, либо где-то какая-нибудь организация в квартире. Ну, до этого. Мне нужно вытекало с фонариком. Сейчас все здесь переложено. Это уже вот. Другую трубу или ту поправили? Все переложили, все в новую. Там, вон там была та труба, там были еще эти металлические. Кто там, как будто специально кто-то паклю вырывает. Понимаете? Там было заделано, все, там опять все вырвали. Либо это хозяин не нравится, как мы сделали, все. Пришли, как бы сделали, пришли опять, все. Сегодня же все переложили, все новое уже положили, все. Угу. Ну, а здесь, я говорю, как подвал, или что здесь делали? Ну, а что здесь? Шины лежат, сантехника лежит, канистры лежат. Здесь сделали, ну, что тут, чего тут только нет. Чего тут только, это все было разбросано, сейчас оно прибрано. В прошлый раз это было разбросано бутылки, но это технический этаж, здесь вообще не должно это находиться. А ключ от него должен быть? У этих хозяев должен быть у нас. Угу. Но мы со своим ключом пришли, не попали, не открыли здесь. Поменялись? Да. То есть ключ мы сюда не смогли попасть. Оказывается, это как... Вы приходите постоянно, периодически приходите проверять и не можете сюда попасть, да? Да, мы вот сейчас... Мы не периодически, понимаете? Наша служба не периодически. Вы мне скажите, как вы делали вот эту трубу, которая доской подперта, вот как вы делали? Я не могу сказать. Вот вы не можете. Я на этом участке работаю буквально. Вот. Ну. Да. Поэтому здесь, кто это все наделал, я не знаю. Все мы правильно. Пришли, вроде бы, как сделали все нормально. Пришли, все правильно. Я сказал вашей супруге, чтобы навели здесь порядок. Вообще все убрали. Это технический этаж. Я здесь понял. Не может находиться все это. Один момент. Да. Я согласен, что тут порядок. Но вы говорите, какого здесь ходить и сбивать эти трубы? Все надо забирать. Уважаемый. Все, уважаемый, будем разговаривать в другом месте. Все. Вы мне скажите... Нарушение содержания технических помещений. Кто здесь что сделал все, хорошего? Все, не будем спорить. Я с вами не хочу спорить. Там даже не было кирпича. Не ваш мастер пришел кирпич положить. Труба упала тогда. Делали, вы тут трубу делали. Я не хочу спорить. И то колено не поменяли. Но. Это технический этаж. Запрещено хранение, запрещено нахождение, понимаете? Но. Если бы здесь никого не было, отвечали бы мы. Да? Сейчас отвечали. Я не могу сказать, по чьей вине это, понимаете? Сейчас не могу сказать, по чьей вине. Но этот хлам здесь превратили технический этаж. Помойку. Я приходил сюда, здесь устраивал танцы и сломал трубу. Я не могу утверждать, что вы здесь делали, танцы, либо... Я это не могу сказать, потому что я это не видел. Я не могу этого сказать. Все, да. Все, сейчас мы устранили, сейчас уже 100%. Если мы сейчас, я иду прямо в магазин, беру замок и меняю. Этот самый мастер, вот этот вот. Пришел. Я не знаю, как его зовут. И что он сказал вам? Он сказал, что не будет ничего течь, не волнуйтесь. Но я до вечера вытирала тряпочкой эти вот фонарики, ну, чтобы вода не текла. Угу. Потому что я дома сижу. Все, говорит, мы приедем и поменяем трубы. Еще не опять потекло. А слесарь подставил ведро. Слесарь подставил ведро, то ведро дырявое, оно текло. И это... Ведро там на крыше? Да. Мы не поняли, откуда течет, а потом уже он увидел, как, что ведро дырявое.
Принеси мне.